привет! Вы смотрите афишу. В этот ноябрьский уикенд предлагаю окунуться в детство и выйти из осенней хандры. А где же она, маленькая страна, знаю я. Анна Троян, погнали! Красавица Белли, новолосая Рапунзель, прекрасная Ариэль. Я уверена, с этими коронованными красотками вы знакомы не на шутку. Ну что, вы готовы отправиться на импровизированный бал? Тогда в субботу днем мы отправляемся в замок орбиты. В космополисе вы узнаете, как же на самом деле отрываются принцессы. Поэтому одеваемся во все нарядно и берем с собой всех маленьких друзей. Вход свободный. Детство нужно сохранять в душе, даже если ты уже взрослый. Зачем? Ответ на этот вопрос мы узнаем в Люберецком дворце культуры. Туда в субботу приедут артисты театра имени Вахтангова. Легендарная история «Маленький принц» буквально оживет из книги. Вспомнить, что такое забота, преданность и призвание, помогут герои поучительного спектакля. Так что к просмотру рекомендую всем. Ну что ж, а если живая актерская игра, так сказать, не заходит, предлагаю окунуться в мир кукольного театра. Больших и маленьких зрителей в субботу ждет «Томилинская радуга». Сначала встретимся с настоящим Лунтиком, поиграем и будем развивать моторику. После – изюминка дня – спектакль про приключения друзей. Приобщайте своих малышей к культуре с детства. Встречаемся в 11:00. На этом все, друзья мои. Я, Анна Троян, желаю вам бомбических выходных. Не скучайте. Пока-пока.